Отчеты представителей городских организаций о своей работе заслушал глава города Андрей Шубин. Так, за прошедшую неделю в отделении стационара обратилось 93 человека. 88 из них с диагнозом ОРЗ. Зафиксировано 3 пневмонии. В акушерском отделении на свет появилось 5 младенцев. За последние две недели в медико-санитарную часть номер 135 прибыли на практику 15 студентов. 12 из них – это жители Десногорска и Рославля. Продолжается прием заявлений от абитуриентов. 23 ребенка подали заявление. Со всеми оформлены договора, надеемся, что они все поступят. И начали уже приходить 10-классники, очень активно, которые в 11 класс, да. Так что мы не зря с вами работаем. В городе продолжается ремонтная летняя кампания на тепловых сетях. В настоящий момент ограничений горячей и холодной воды у потребителей в многоквартирных домах нет. Ведутся ремонтные работы по обеспечению ремонта тепловых сетей на медсанчасти и на ДЮСШ. Сейчас у нас два больших участка. После завершения работы мы сможем эти объекты обеспечить горячим водоснабжением. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Десногорске состоятся праздничные мероприятия. В программе «Детский праздник Микрошка», городская акция «Подари ромашку» и многое другое. Торжественная церемония чествования лучших семей нашего города и праздничный концерт. Начало в 17:00. В нештатные ситуации в Десногорске ГО и ЧС спасатели, пожарная городская инспекция и полиция не зафиксировали. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем состоянии. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.